Das brauchen Sie nicht zweimal zu sagen. Gewehr über! Das ist korrekt, Herr Kommandant. Beim Militär geht es zuallererst um Disziplin und Ordnung. Kampfmaschine! Kampfmaschine! Panzer gesichert! Wo sollen wir hinfahren? Ich würde so gern fischen gehen. Alles bereit! Alles bereit! Ein Soldat muss seinen Vorgesetzten gehorchen. Wo sollen wir hinfahren? Alles bereit! Wo sollen wir hinfahren? Wo sollen wir hinfahren? Wo sollen wir hinfahren? Wo sollen wir hinfahren? Das ist korrekt, Herr Kommandant. Thank you.
bereit. Auf der Straße kann man nie wissen, was passiert. Das brauchen Sie nicht zweimal zu sagen. Natürlich werden wir den Auftrag ausführen. Ein Soldat muss seinen Vorgesetzten gehorchen. Auftrag verstanden. Muss mir das genau sagen. Unsere Feinde werden um einen Strick und... Mit Ihrer Erlaubnis? Mit Ihrer Erlaubnis? Mit Ihrer Erlaubnis? Keine Gnade. Beim Militär geht es zuallererst um Disziplin und Ordnung.
Natürlich werden wir den Auftrag ausführen. Auftrag verstanden. Sprechen Sie?
Ein Soldat muss seinen Vorgesetzten gehorchen. Ein Soldat muss seinen Vorgesetzten gehorchen. Sprechen Sie! Ждем вашего приказания. Слушаем. Ждем вашего приказания. Все на месте. Слушаем. Ждем вашего приказания. Ждем вашего приказания. Всегда при деле. Все на месте. Всегда при деле. Всегда при деле. Слушаем. Они нас век помнить будут. Этот гад в моем месте поселился. Ага.
Они нас век помнить будут. Что этот гад в моем месте поселился? Моей жизни угрожает опасность. Они нас век помнить будут. Ага. Ждем вашего приказания. Слушаем. Чтобы этот гад в моем месте поселился. Они нас век помнить будут. Они нас век помнить будут. Чтобы этот гад в моем уезде поселился. Не беспокойтесь, ваше благородие, все сделаем. Слушаем. Они нас век помнить будут. Ждем вашего приказания. Ждем вашего приказания. Они нас век помнить будут. Осторожность в работе для нас главное. Отправьте меня в лазарет. Они нас век помнить будут. Слушаем. Они нас век помнить будут. Ждем вашего приказания. Ждем вашего приказания. Они нас век помнить будут. Что?
Чтобы этот гад в моем уезде поселился. Это ж помереть можно. Уйоб. Всегда при деле. Все на месте. Всегда при деле. Все на месте. Всегда при деле. Судьба злодейка. Всегда при деле. Ждем вашего приказания. Не беспокойтесь, ваше благородие, все сделаем. Всегда при деле. Они нас век помнить будут. Гнать их надо в шею. Не беспокойтесь, ваше благородие. Чтобы этот гад в моем сделаем. Уезде поселился. Не беспокойтесь, ваше благородие. Все сделаем. Все на месте. Ага. Все на месте. Слушаем. Не беспокойтесь, ваше благородие, все сделаем. Ждем вашего приказания. Слушаем. Слушаем. Всегда при деле. Всегда при деле. Не беспокойтесь, ваше благородие. Все сделаем. Всегда при деле.
Слушаем. Не беспокойтесь, ваше благородие, все сделаем. Слушаем. Чтобы этот гад в моем уезде? Ждем вашего приказания. Слушаем. Они нас век помнить будут. Не беспокойтесь, ваше благородие, все сделаем. Ждем вашего приказания. Всегда при деле. Ага. Ага. Отправьте меня. Всегда при деле. Всегда при деле. Они нас не помнить будут. Ждем вашего приказания. Не беспокойтесь, ваше благородие, все сделаем. Все на месте. Все на месте. Слушаем. Они нас век помнить будут. Все на месте. Ага. Моей жизни.
Fuyons! Ce n'est pas une blague. Toujours prêt. Le respect des soldats pour leurs supérieurs est le fondement de toute victoire. Nous y serons en temps et en heure. Ce n'est pas une blague. D'autres ordres? Impossible d'exécuter les ordres! S'en occupe! Le respect des soldats pour leurs supérieurs est le fondement de toute victoire. Impossible d'exécuter les ordres! Prêt à recevoir des ordres. Conduire jusqu'à là-bas. Fuyons! Nous y serons en temps et en heure. D'autres ordres?
certaines choses. Prêt à recevoir des ordres. Prêt à recevoir des ordres. Autre chose? Artilleur, en place! Artilleur, en place! Artilleur, en place! Le combat clair. Fuyons. D'autres ordres? Fuyons! Artilleur, en place! Objectif de combat clair! Fuyons!